Ай-я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 й. Жесть, а чё? Блеха, вот, а почему из-за домика? Блеха, и здесь народ. Да в смысле? Сейчас шальная пуля сейчас будет. Сейчас шальная пуля будет. Блеха, еще аномалия. Аномалия сейчас засосет. Да умри ты нахер уже. Задрал. Свечение. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Леха напугал-то. Всем здорова, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Тень Чернобыля. Итак, друзья, что я хочу сказать? Мы в жопе, мы в полной жопе. Мы добрались с вами до ЧС, короче, и тут творится полная вакханалия, не знаю. И плюс ко всему к этому, я, короче, выбросил снайперку, и, как назло, начали попараться патроны от нее. Но я намерен, короче, взять, и вернуться за ней, если, конечно, она не исчезла. Если я, конечно, смогу. Смотри, там уже народ в дырке. Чё там балабуля, это вообще непонятно. Что все в куче. Так, ладно, я сейчас потихонечку. Снайпер, что ли? Ладно, понятно. Походу, снайпер меня вынес сейчас. Окей. Так, ладно, сейчас по-быренькому. Сядь. Хорошо, молодец. Окей? Бляха. Ай-я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 й. Жесть, а чё? Бляха, вот, а почему их двое? Был один, почему их двое? Раздвоились? Они как эти, знаешь, и почкование. Окей, погнали. Еще раз. Короче, я сейчас попробую. Да, в смысле садись? Уже три. Я говорю, с почкованием фигачит. Ладно, короче, хрен с этой снайперкой. Давайте попробуем пробиться. Так, мне надо понять, куда мне вообще надо. Это как-то пробегать, короче. Так, у меня всего одна аптечка. Окей. Вот этого. Умри. Хорошо. Шикарно. Снайпер там в стенки стреляет. Так, надо, короче, какие-то вот заплиты. Бегом. Хорошо. Бляха, кто? Нифига ты откуда там взялся? Ай-яй. Бегом. За домик. Бляха, и здесь народ. Хера они такие отчаянные, просто с базуки, просто с ракетницы. Хера они такие. Так, ладно. Давай-ка. А здесь двери нет. Там он еще снайпер, бляха. Кругом засады. Ай, мертвый труп. Так, я пока живой. Спасибо, что живой. Так, о, контейнер. Давай, ну что-то выдохся-то. Ну, контейнер засяду. Сейчас как тут засяду? Окей. Так, пробежал. Коршун, там вали у тех, кто бегает, короче. Меня, пожалуйста, не надо валить. Бляха. Коршун. Ай. Нифига он просто вынес мне. ХП, где ты? Хорошо. Кто? Бляха. 4 патрона.
Охренеть их там. Коршун. Коршун, жопа полная. Время до выброса. Да какого нахер выброса еще? В смысле? Какой нахер выброс? 48-й. Валим нахер. Какой нахер выброс? Яха, мяха, выбили. А что, все покраснело? Тут реально, короче, 5 минут. Реальные 5 минут, да? До выброса. Мне надо, короче, как-то убегать. Я не знаю, как это делать. От Седова. Яха. Да в смысле? А-а-а, сейчас шальная пуля сейчас будет. Сейчас шальная пуля будет. Я тебе кричу. Нет, не было. Хорошо. Жесть, у меня ни аптечек, ни черта. Ладно, я вот здесь забрался, здесь сохранился. Вот 220 патронов, короче, отпекали. Мне надо пробраться, короче, на ЧС и еще там, короче, найти... комнату потайную. У меня есть взломщик кодов. Знаешь, как в этом? На PlayStation раньше были, короче, взломщик кодов есть. Воздух! Есть такая же фигня. Охренеть там. Земля, так, понял, ладно, здесь я пробрался. Теперь надо... Я вот не знаю, прям вот не знаю. Пушка. Так, ладно, побежали вдоль стены. Ай-яй-яй. Так, погоди. У меня этого, что там по патронам? 20 патронов всего. Хера вас-то, далеко не уйду. Так. Ну давай, дробаш, я не знаю. Блях, еще этот. Радиация. Охренеть! Блях, опять радиация. Просто дичь. Дичайшая дичь. Бегом. Блях, еще аномалия. Аномалия сейчас засосет. Не всосала. Вдоль стены. Идем вдоль стены. Хорошо. Ништяк, сохраняемся. 3 минуты до выброса. 3 минуты до выброса, мать его. Готовка. Там какая-то готовка. Давайте уже валите быстрее отсюда. Молодцы. Я сам как-нибудь тут разберусь. Блёх, как далеко-то. Вход. Ай-яй-яй. Сзади, что ли? Начина себе. Да умри ты нахер уже, задрал. Так, все, у меня, короче, по... Жрём колбасу. Так, что здесь у тебя по патронам? Аптечка, хорошо. Отлично. Пока живем, друзья, пока живем. 16 патронов всего? А что так быстро кончились-то? Осторожно. Так, бежим. Если пролез. Протиснулся. Так. Передыхаем. Блёха, 2 минуты. 2 минуты до выброса. Успею? За 2 минуты добежать там. Бегом. А, погоди. Я же это... освободил. Я нашел. Так, 2 минуты до выброса. Даже 1,5 минуты до выброса. Так, погоди, что там? Там что-то должно быть. Проводника, личные заметки. Окей, выжигатель, шаги отпизок. Еще одна загадка, которую сам проводник с выжигателем покончено.
А, тайник на Припяти. Окей. В тайнике нашел короткий отчет. А, понятно. Короче, я что-то просто стоял здесь, у меня минута до выброса. Мать его, минута до выброса. Куда мне вообще идти? Вниз? Опа, перейти на другую локацию. С горем пополам, короче. С горем пополам я пробежал. Все. Выброс мне теперь не страшен. Я под землей, короче, я в бункере. У меня хоть какие-то патрончики есть. Свечение. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Леха напугал-то. Иду я. Гранату еще возьму и приду. Путь завершен, говорит человек. Так. Вознагражден будет только один. И это будет Донкан Маклауд. Этот будет меченый стрелок. Бляха! В смысле? Пришло время. Я вижу твое желание. Там снайпер, мать его. Так, а эта дверь чё? Леха, я здесь не один. Я здесь не один, оказывается. 19 человек. Иди, как я могу ко там пройти? Мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Трофейчик, умри! Твоя цель здесь. Почему Ленька не умирает? Почему Ленька не умирает? Сколько в него можно выстреливать? Окей. Так, я опять? Гранаты надо было закидать его и все. Че туплю? Где мои гранаты? Пришло время. Я вижу твое желание. Лови. Лови. Просто закидал, просто закидал. Во, это супер, короче, купер, вот это вот снайперка, смотри. Твоя цель здесь. Ну-ка, ну-ка. Иди ко мне. Это говно разрядить и выкинуть. В смысле, сломано? А чё, сломано? 5 зарядов всего? Пришло так, время. Бляха. Я вижу твое желание. А-а-а. Вот так. Вот так другое дело. Внимание. Бляха, сука. Ну хорошо, что они попадаются по одному. Так он с дробашом был. Вознагражден будет только один. Хорошо. У меня всего один патрон остался. Выстрел. Что там есть аптечки? Ладно, патроны для дробаша. Твоя хорошо. Цель здесь. Хорош, что лучше говорить. Иди ко мне. Одно и то же. Иду, я иду. Надо повторять. Это люди стоят? Это люди стоят. Обретешь то, что ща, заслуживаешь. Сейчас все будет. Не надо тут. Не ссы, сейчас все будет. Где вы? Ух ты, четко. Просто четко. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Вот этот вот скелетик, короче, умирает очень. Очень долго.
где ты? Надо вот этого вот застрелить, короче. Твое желание скоро исполнится. Да бляха, ну, почему ты ко мне бухой подошел? Женька, турист. Турист, ты очень далеко зашел. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Фух, я поносил, короче, два патрона осталось. Бляха, еще там есть. Давай, перезаряжай, у меня все разряжено, все. Все через жопу как. А сколько вас тут? Твой путь завершается. Иди ко мне. Их просто там немерено, смотри. Просто немерено. А мне реально туда надо или что? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ах ты же. Кстати, смотри, на них это не показана красная цель. Вознагражден будет только один. Задрали. Ей-богу, задрали просто. Да, далеко игра. Нормуль вообще. А че? Она, короче, от сетки отскочила и в меня, что ли? Ладно, допустим. Лови. Да на тебе. Всем. Твой путь завершается. Иди ко мне. Вон туда. Бляха. Нет, беги. Че там, сколько вас? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. 6 гранат у меня еще осталось, короче, он перезарядится, он сохранится. Сколько вообще, смотри, смотри, сколько их есть. На. Твоя цель здесь. Да-на. Иди ко мне. Хорошо. Гранаты решают, гранаты спасают. У меня, правда, 4 штуки осталось. Охренеть. Так, аптечки, хорошо. Патроны. Иди ко мне. Здесь пусто. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ты посмотри, что там лежит у него. Так, вот это выкинуть. Ты посмотри, гром. Наверное, для грома патроны, да? Точняк, отлично. Вознагражден будет только один. Так, сейчас мы. Ток. Прячься. Сохраняемся. Сейчас я тебя. Пришло время. Я вижу твое желание. Даже гром его не берет, пипец. На. Подарочек. На. Тоже. Твоя цель здесь. На. Иди ко мне. Шикарно.
перезарядить. Все перезаряжаем. Бляха, их тут столько. Просто немерено. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Сейчас болтаем. Печки хорошо. Где-то там, что ли, орёт? Где у кого здесь новеньких убил? Твоя цель здесь. Иди ко мне. Это монолитовцы, короче, да? Ну, сколько их здесь? Просто. Просто. Ну-ка, здесь есть что? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ему не надоело одно и то же договорить, а? Иду я. Иду. Сколько можно повторять-то? Иду. Так, ладно, немного продвинулся. Я надеюсь, больше с такой кучей не будет их. Вознагражден будет только один. Смотри, сейчас бочку выстрелю. Нет. Зацепила меня. Зацепила меня. Ослепила. Твой меня. Путь завершается. Но любви иди не дала. Ко мне. Та-та-та-та-та. Где он? О. Хорошо, патрончики. Патрончики я заберу. Ух ты, как чутко-то. Вознагражден будет только один. У меня вот один. Эти ваншоты, короче, бывают, просто поражают иногда. Просто иногда поражают. Давай еще ваншотик. О, да. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ух ты, у него плазменная эта штука. Ладно, я ее брать не буду, короче. Так, я почти на... Вознагражден. Они, короче, какие-то, смотри, только это, пришиблены. О, ваншотики пошли. Кто там сзади, короче? Штяк. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Они тоже ваншотят. Они тоже ваншотят. Ладно, я сохранился. Фу. Окей, погнали. Короче, не с двух сторон, это неудобно. Это очень неудобно. Давайте как-нибудь, не знаю, подойдите. Твое желание скоро исполнится. Иди. Отлично, ко вынес. Мне. Пиштяк. Банка. Блях, опять-то. Нихера. О, what the fuck. Пришло время. What the fuck, он просто через стену, короче, вот так проткнул дуло. И убил меня. В смысле? Так, ладно, бегом, 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 бегом! Куда-нибудь. Путь завершен, человек. Да еще нифига иди не завершен. Ко видишь, мне. Что творится? Видишь, что творится? Они реально какие-то пришибленные, смотри. Да в смысле? Они ходят, как, знаешь, как во сне такие.
Я впритык не подхожу, они бывают не видят меня. Готов. Готов. Быренько давай. Пришло время. Я вижу твое желание. Эх, и что этот Юрка там? Юрка. Вот вы хотели смертей, да? Вот вы получаете, получаете смерть. Пришло время. Я вижу твое желание. Чего, когда надо, он не ваншотит? Почему, когда надо, он не ваншотит? Заваншотни кого-нибудь. Заваншотни кого-нибудь быстро. Быстро. Мне нужен быстро ваншот. Быстрый, четкий, быстрый. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Аптечек больше нет. Ах ты падла! Зачем делать столько много дверей? Зачем? Зачем? Когда можно сделать две. Вход и выход. Зачем столько много дверей? Пожалуйста, скажите мне. Твоя цель здесь. Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Туда выбегать, я не знаю. А что мне по гранатам? Надо гранату кинуть. Наверное, надо гранату кинуть. Потому что они задрали. На. И сюда тоже на. И вот тебе сюда на. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ну, с какой? Ай-я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 й. Я почти, я так рядом, короче. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Я устал. Я просто устал. Я устал умирать. Да в смысле? Твой путь завершается. Иди ко мне. Похер, сохранился. Да откуда? Да в смысле? В смысле, откуда он стрелял сейчас? Сзади было. Да. Хера! Кто ваншотит, кто просто не знает, сколько патронов в него надо выстреливать. Мне надо, короче, в тот проход пробежать как-то. Быстро. Отлично, вынес. Я его вынес, быстро. Цыханка. А теперь бегу, да бля. Твой путь завершается. Сиди, сиди. Иди ко мне. Уселся. Уселся. Короче, тот, того, кто сидит. Больше не сидит, смотри. Вознагражден будет. Охрените их там еще, смотри, сколько. Как тут проходить-то, блин? Че за дичь-то? Кто это придумал-то? Почему этих монолитовцев так много здесь? Что они здесь забыли? Я думал, здесь единственный и неповторимый. Ну вылазь, ну что ты долгий-то? Быстро сохрани. Вознагражден будет только один. Еще патроны закончились. Сейчас он, короче, это с левой стороны сразу выходит, надо сразу гасить. Жесть. Пока. Вылетел.
Так, мне быстро надо. Хлоп. Перезарядка, быстро. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Так, а сзади есть еще чувак. Еще и спереди, наверное, да? Вознагражден будет только один. Как вы задрали-то? Со всех сторон. Какие ушлые-то. Сколько можно умирать? Молодец просто. Какой сейчас момент был? Вознагражден будет только один. Батон жри с колбасой. Будешь здоровым. Он сюда пошел, да? Херушки. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Да в смысле, блядь? Пришло время. Я вижу твое желание. Но. Вознагражден будет только один. Да бляха! Что бесит-то? Есть, вынес. Твой путь завершается. Посужри. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Шесть. Они просто не кончаются. Понимаешь, да, это? Ты это понимаешь, что они просто не кончаются? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Патроны. Винты. Патроны. Фу, неужели? Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится, да? Отлично. Пришло время. Я вижу твое желание. Сейчас вот здесь еще целая куча будет. Просто я тебя кричу. Найти исполнителя желаний. Я думал, я к нему пришел уже, к этому исполнителю желаний. Вознагражден будет только один. В смысле? Лестница. Это к этому исполнителю желаний? А, вон еще одна лестница. Хорошо. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Л-
Лиа, ты смотри. Вон он исполнитель желаний. Мне надо сюда встать? Или туда прям подойти? Пришло время. Я вижу твое желание. Ты видишь мое желание? Ай! Ты сказал, видишь мое желание, я упал. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Так, ладно, а может мне к нему туда надо подняться? Погоди, не сюда. Твоя цель здесь. Я понял. Иди ко мне. Так, окей, на, сохранка. На всякий. По краешку. Надеюсь, стрелять больше никто не будет в меня. Путь завершен, человек. Ну, по другому краешку. Иди ко мне. Ай-яй-яй. Хорошо, отлично. Костер, можно посидеть отдохнуть. Так, здесь нет никого. Твоя цель здесь. Я. Иди ко мне. Я правильно вообще иду? Есть какая-то лестница? Как мне попасть-то к нему? Вы еще намудрили-то. Пришло время. Он же давно пришло. Я вижу твое желание. Красавчик. Что могу сказать? Красавец. Вот, я почти. Я почти рядом. Интересно, можно будет загадать, короче, мир во всем мире? Твой путь завершается. Иди ко мне. Да в смысле? Отлично. Ну вот он я. Бери меня. Загадай желание. Дай мне богатство. Нахер богатство. Мир во всем мире. Короче, стрелок, твоя алчность погубила тебя, да? Я-то думал, как-то будет более, не знаю, там что-то такое, знаешь, ну, может быть, не хэппи, но как-то, блин, не знаю, как-то вот не знаю я. Привиделось ему, короче, я так понял это, он загадал. Золото, ну типа богатство. Ему привиделось, короче, упала эта гайка, короче, ему привиделось, что это монеты. Короче, вот этот
что там, реактор или что это такое там было, короче, раскрутилось, развалилось, короче. Ему казалось, это золото падает, а на самом деле это, короче, арматурина. Вот, и прибило. Все. Столько идти сюда, короче, чтобы вот так. Не, я ничего не осуждаю, короче, игруха отпад, игруха круть, атмосферно вообще шикарно, вот. Будем продолжать. Следующее, по-моему, что там у нас идет, либо чистое, нет. Напишите в комментах, какая там следующая, чистое небо или зов Припяти, я не помню, короче, вот. Ну и на этом у нас сталкер пока что. Все. Закончили. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.